Привет, друзья! После появления российского FPV-дрона «Князь Вандал» Новгородский, управляемого по оптоволоконному кабелю, Украина также начала оснащать свои подразделения подобными дронами. На видео показаны различные украинские модели дронов с управлением по оптоволоконному кабелю, в том числе большие агродроны типа «Баба-Яга». Преимущество дронов на оптоволокне – неуязвимость к РЭП, возможность лететь низко над землей и залетать внутрь укрытий. Недостатки – меньшая боевая нагрузка дрона, необходимость планировать маршрут и учитывать особенности местности. Меньшая дальность полета – также требуется опытный оператор. На Украине уже появилось несколько моделей дронов на оптоволокне. Один из них – дрон «Хиджак Рыбов» от компании 3D Tech. Сейчас дрон «Хиджак Рыбов» способен летать на расстояние до 10 км, с боевой частью от 900 грамм до 2 кг. Планируется улучшать характеристики дронов. На данный момент он уступает по характеристикам российскому дрону «Князь Вандал» Новгородский. Дальность полета его достигает 20 км. Также на Украине используют немецкие дроны компании «Хичкет» и другие модели дронов. Цена дронов на оптоволоконном кабеле в среднем около 500 евро. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.